записали домой, убрали безбожно. Пальма, мартышки, ананас, абрикосы. Горы, песок, Афганец сдуется, надо никаких. Но там надо же было чего-то. Но такие места были, оазисы, Джалабад, там пальмы росли. У нас не росли, написали примерно одинаково. А вот такое письмо. Из серии неотправленных и написанных писем. Этот мир без тебя просто голый искал. От палящего солнца не спрятаться в тень. Здесь душманские буры, винтовки такие, стерегут перевал. И в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские буры, стерегут перевал. И в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракетой. И погибших друзья не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропой и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропой и чем-то еще. Этот мир без тебя после рейдов усталость, незаконченных писем, скупые слова. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен. Мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи. И звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи. И звучит иностранная. Тебе. Он расколот войною, эхо выстрелов скачет по склону крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе.